замечательное место. Это Национальный музей Казахстана, город Алматы. Вот такая вот здесь выставка организована цифровая про искусственный интеллект. Делала ее белорусская компания «Галерея Фарбы». Замечательная компания. А мы делали тут для ребят вот такой вот 3D-мэппинг-павильон. Я даже, можно меня увидеть в экран. Вот такая вот приколюха тут висит. Снэпчат. Как это все выглядит? Наверху у нас собрана конструкция. Конструкция собрана из деревянных таких конструктивных элементов, на которые натянут баннер. Но это является наиболее простой, наиболее дешевой конструкцией для проведения выставок, мероприятий. Ну и, соответственно, в нашем случае для того, чтобы на нее проецировать изображение. Из этих материалов мы изготовили вот такую вот комнату для 3D-мэппинга. Размеры данного помещения составляют 5 метров по ширине и по глубине 4,5 метра. Также у нас есть технические вот такие вот участки для того, чтобы это было красиво, также для того, чтобы колонна, на этой колонне висит колонка. Вверху в колоннах у нас спрятаны кабели HDMI, скрытая прокладка, чтобы ничего не было видно. Ну и потайное помещение для... Оно на замочке, вот тут вот замочек есть для того, чтобы его можно было открыть, закрыть. Внутри находится компьютер. На компьютере воспроизводится весь контент посредством специализированного программного обеспечения. Все это дело можно закрыть и открыть, для того, чтобы несанкционированного доступа не было. Но здесь есть замок. Такой вот замок. Мы закрыли, ключ заправили, ушли. Вот. Также у нас две колоночки. Колоночки такие красивые, апарт. Они активные, то есть они имеют встроенный усилитель. И воспроизводят звук, который идет с компьютера. На земле, на полу пуфики, для того, чтобы люди могли прийти, сесть и посмотреть обалденно классный контент, на котором рассказывается история нас, людей, истории человечества, но подана она с творческой точки зрения очень оригинально. Контент как будто бы нас вот обволакивает внутри себя, создается очень приятное впечатление. Такое вот инновационное получилось изделие, очень оригинальное. Сверху у нас висят проектора. 5 штук, причем проектора простые, обычные DLP проектора Аптома. Проектора проецируют картинку, вот этот проектор, на левую стену, центральный проектор на центральную стену, еще один проектор на вот этот вот, на правую стену, и 2 проектора светят у нас на пол. Все это с помощью специализированного программного обеспечения сведено в единую картинку. Ну, естественно, специализированно подготовленный контент. Общее разрешение у нас порядка 5500 пикселей на 2700 пикселей. Это много. Ну и площадь у нас как бы по факту это не маленькая абсолютно. Ну вот, как-то так это работает. Это все сделано в Казахстане. Также хотелось бы сказать пару слов про Алматы, про Казахстан. Замечательный город, прекрасная страна. Очень приятно, что у нас есть возможность здесь поработать и сделать что-то хорошее. У нас получилась действительно классная мультимедийная инсталляция. Такая вот комната дополненной реальности, которая может быть использована не только в выставочных павильонах, но также и, к примеру, в музейных инсталляциях, для различных шоу, для того, чтобы погрузить посетителя, клиента в 3D-обстановку и, не выходя из одной комнаты, показать ему, к примеру, целый мир.
Да, это действительно инновационно, это работает, и это классно. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то рекомендации или, к примеру, какие-то улучшения того, что мы сделали, всегда будем рады слышать, будем отвечать. А если же вы планируете что-то подобное построить, ну или, к примеру, не что-то подобное, а конференц-зал, музейную инсталляцию, некое AV-решение в вашем офисе, в торговом центре, все, что связано с аудио, видео, софтвер и контент, который в этом во всем используется, пишите, будем помогать или сделаем это для вас.